Привет, друзья! Тут опять зажигалочка. Рига, 12 января, 5 часов вечера. Возьмите стакан любимого чая или чашечку кофе и усядьтесь поудобнее. Сегодня Ригу накрыл довольно сильный для европейского города мороз. Но на улицах царит обычная для этого времени дня суета. Заканчивается рабочий день, и уставшие горожане спешат домой, по пути забегая за продуктами. Кто-то выгуливает собаку, а кто-то уже наслаждается теплом в уютных кофеюшках и ресторанчиках морозного города. Любой город в ночи смотрится гораздо красивее, чем днем. Не знаю, как у вас, а у нас в Риге еще очень даже по-праздничному, по-новогоднему. Давайте вместе пройдемся по ночному городу. Смотрите, отдыхайте, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Ваша зажигалочка.